на автобусе 555-м. Едем до торгового центра «Новый век». Это и есть рынок Адлерский. Вот. Цена билета 30 рублей с человека. Вот такой вот центр. Вот сюда вот нам нужно. И нас интересуют продуктовые ряды. Вот в эту сторону сказали. И налево. Так, вот вот здесь оказались. И вот сюда вот налево. И вот сюда. И вот, говорят, там продуктовая часть рынка. Что нам интересно. Вот здесь вот вход на рынок. Вот там проходим оттуда. И вот здесь вход уже на сам продуктовый рынок. Боже мой, как же тут. Там от остановки идти, кажется, очень долго. Вот до большого здания и влево там будет рынок. То есть мы уже в город вышли. Так кажется, да? Нормально. Да, рынок спрятан. Вот он. Рынок. Адлер. Вот он. Идем туда. Ой, красота какая. Какая красота здесь. Здесь все. 350 отказ. Отлично. Килограмм 350. Хорошая цена, в принципе-то, да? Да. Ой, какой гранат. Ой, какой гранат. Вообще. Ой, какой. А гранат это ж, сколько штучка? А, на вес. Понял, спасибо. Ага. Перчик. Красота. Так, чаи потом. Чай ароматный. Молодой человек, давайте выберем какой-нибудь чай хороший, ароматный. Обязательно, только надо еще погулять еще надо. А сколько у вас веточки? 150. 150, одна штучка. Так. Ага, понятно. Вот такая вот, 150, отлично. А лаврушки сколько? 100 рублей. Много здесь. Ой, на год хватит. Так. Азербайджанский, да? А? Азербайджанский? Не знаю. 300 рублей килограмм. Ага. Спасибо. Ой, красота. Пойдем. Грузинский. А, все. Это где? Ой, можно я вас засниму? Конечно. Вот у этого мужчины. Обалденно вкусно. Нам захочется иметь. Он дал нам все попробовать. Мое лицо вперед, да. Володя, приезжай сюда. Вот эти вот креветочки возьми. Это понравится. Это 350. Европейская. Очень нежная. И еще мне понравилась улитка. Улитка тоже 350. Необыкновенная. Остальное все мы ели. Чтобы не забыть, вот эта штучка получается, сынуль, на 250, вот такая вот, очень хорошая, но не сравнить с маленькой воблой какой-то за 500 рублей, класс. Так, 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 еще я хотел посмотреть. А, Лен, барабули здесь тысячи, Лена, вот такая, а это 1200. Шикарно. Барабули вяленые по 800. Вот взяли тележку, до такси довезем. Вот. Одна штука. Там вобла, блин, какая-то. В Сочи вчера на рынке. Одна штука 500 рублей. На входе. А здесь, вон, 400 рублей толстолобик такой. Мечта про весну. Это вообще балык. Валер, а вот тут 200. Охренеть. 250. Пойдем.
Блин, я здесь жить хочу. Вот какой из икры суджук. Лососевая икра, 200 рублей. Икра вобла, 200 рублей. Ребята, это бомба. Ой, 150 рублей штучка икра. Ой, это вообще для любителей пива. Это я вот бросил пить пиво, начну. Ой. Игла, да. Спасибо. Ой, что здесь творится. Вот такой суджук за 200 рублей взяли, чем 200, вот такую маленькую рыбку. Щупальца кальмара. Метла копченая 250 рублей. Классные цены. Классные. Мы вернулись обратно. Остановка так и называется. Пансионат Фрегат. Вот он, Фрегат наш. Не наш, но напротив нашего отеля. Вот. На 555-м автобусе туда и обратно. Обратно по окружной. На правильную остановку вышли. Поэтому очень быстро доехали. А так уже стоят машины.